Атмосфера на прошедших встречах министров финансов была достаточно предсказуема, хотя проходила она на фоне более пессимистичных экономических прогнозов Еврокомиссии. Причем не только на этот, но и на следующий год. А это вынуждает и страны ЕС и Союз в целом пристальнее взглянуть на свою финансовую ситуацию. К решению бюджетных проблем разные страны подходят по-разному, и поиск компромисса должен занять неделю. А некоторые решения в этом году принять, скорее всего, не удастся. Заседание прошло вполне ожидаемо. Как обычно, если тема вызывает интерес у страны, то ее представители активно участвуют в дебатах. Если нет, занимают выжидательную позицию. И в этот раз неожиданностей не было. Правда, нашлись две темы, по которым развернулась активная общая дискуссия. Некоторые основания для осторожного оптимизма все же есть. Экономика постепенно приспосабливается к любому кризису, в том числе и к украинскому. Некоторые страны вышли из глубокой проблемной ситуации, и там начинается рост. Экономика страны ЕС связана, и как кризис в любой стране влияет на ЕС в целом, так и преодоленный кризис позитивно сказывается на все государства. Поэтому успехи Ирландии должны радовать не только самих ирландцев, но и ЕС в целом. Кипр выполняет все условия, необходимые для оказания следующего этапа экономической поддержки. А Греция и вовсе хочет выйти из программы. Министр ЕС, однако, сомневается в том, что страна сможет самостоятельно решить все проблемы, считает необходимым разработать механизм аварийной поддержки. Общую дискуссию вызвала ситуация в Греции. Вторая тема ⁇ бюджетные разногласия. Взнос некоторых стран в кассу ЕС заметно возрастает. Осознавая эту проблему, нужно найти решение. Ведь значительные суммы по действующему порядку надо уплатить к 1 декабря. Поэтому необходимо смягчить процесс выплат. Взносы вырастут у Голландии, Мальты, Кипра и известной своим евроскептицизмом Великобритании. Эстония же в результате получит дополнительно 6,4 миллиона евро. Поэтому интерес нашей страны заключается в том, чтобы выплаты не были отложены на длительные сроки. Окончательное решение будет принято в пятницу. Видимо, не удастся в этом году договориться и о налогах на финансовые операции. Здесь у страны ЕС имеется существенное разногласие. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.